Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Ольги Кружечкиной. Композиция называется «Как просто ночью огорчаться». Музыка исполнена самого Крумовича из цикла «Ожившая поэзия». Пугать и мучить тишину от мыслей бабы отбиваться, что ты не нужен никому. В кромешной тьме так очевидно, что жизнь нелепо коротка, одна лишь радость, что не видно конца пути. Наверняка в кромешной тьме так очевидно, что жизнь нелепо коротка, одна лишь радость, что не видно конца пути. Наверняка рассвета ждешь, как избавления, босая мнешься у окошка и молишь верой провиденье унять тоску твою немножко. Рассвета ждешь, как избавления, босая мнешься у окошка и молишь верой провиденье унять тоску твою немножко. А солнце будет дар во благо, вершина мира, счастье миг. Храпит беспечно гвоздь дворняга, и воробью на все чирик. Как просто ночью огорчаться, пугать и мучить тишину от мысли глупо. Что ты не нужен никому. Спасибо за внимание. С вами был Самой Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», как просто ночью огорчаться.